друзья, хочу вам сказать, что рыбалки, наверное, не будет, потому что, ну, мне реально рыбалка не нравится, скажу честно, потому что я начал только распутывать эту, удочку удлинять начал. У меня, короче, леска, она тоненькая идет, вообще тоненькая, ее чуть-чуть дернешь, она сразу рвется. Ну, видать, я леску плохую купил. Не знаю, может, я с другом съезжу потом, порыбачу, не знаю, на самом деле. Рыбалка, наверное, это не для меня, потому что, ну, я пока вот эту удочку начал раскручивать в полную силу, она 2 метра идет, почти 2 метра, там 1,90 с чем-то. И у меня вся леска эта запуталась, и ее, в принципе, вообще распутать, вот, ну, нереально ее распутать. И здесь мужик один рыбачил уже сегодня. Я у него подошел, спросил, он сказал, рыбы вообще нету. То есть место надо искать такое другое. Здесь вот смотрите, сейчас вам покажу. Вот здесь вот такое место идет, да. И вот надо по камням лазить. Ну никак, это вообще не вариант здесь рыбачить. Так что меня просили рыбалку снять. Извиняюсь, рыбалки, наверное, не будет, скажу честно, потому что... Ну не будет рыбалки. С меня рыбак, это вообще что... Что и рыбак, что не рыбак, одно и то же. То, что рыбачить я вообще не умею. То есть я только начал удочку распутывать, все, хотел закидывать ее. Она сразу вся запуталась. Поплавок вместе с крючком все позапуталось. Так что извиняюсь, если кого разочаровал, но рыбалки не будет, если честно. Природу тогда поснимаю. Так что не природа, конечно, здесь хорошая. Речкой пахнет, но рыбалки не будет. Друзья, извиняюсь, если у меня, например, что-то в жизни не получается, вот я рыбачить не умею, я это говорю сразу, что я рыбачить не умею. И никогда, например, некоторые люди начинают говорить, да я вот умею, да я все, пуп земли, все умею. Если у меня что-то в жизни не получается, я действительно это признаю, свои ошибки. Ну, не все же такие мастера на все руки там и рыбачить, и еще что-то должны делать. Ну вот с рыбалкой у меня вообще не клеится. Я раньше тоже пробовал, у меня вообще с рыбалкой ноль. Так что рыбалки, наверное, не будет. Ну, не знаю, если друг поедет на машине рыбачить, у него удочка тоже есть. Если он мне покажет, все расскажет, то, конечно, я поеду и порыбачу. Ну, а так здесь мужик один стоял с ребенком, рыбачил. Здесь вообще, говорит, рыбы ноль. Нету рыбы. Так что рыбалки, наверное, не будет. Так что извиняюсь, если кто разочаровался. Ну... Надо, я думаю, с опытным человеком все-таки идти рыбачить. Да и тем более у меня удочка, наверное, плохая. Удочка-то нормальная, леска, вот надо леску другую брать, потому что она вообще вот... Чуть-чуть дернешь ее, все сразу она порвется. Все, вот. Надо брать такую толстую леску. Эту леску... Я не знаю, это мне в магазине такую леску посоветовали. Я вообще не разбираюсь, если честно, в рыбалке. Но вот леска вообще вот... Ее чуть-чуть дернешь, она все рвется. Друзья, я сегодня просто природу, наверное, поснимаю. Покажу вам, какая здесь красивая природа. Знаю, что это неинтересно будет. Все ждали рыбалки. Может быть, кто-то ждал. Но извините, с меня рыбак никакой. Так что просто природу буду снимать. Какая здесь природа красивая. Речка текет. Так чисто отдохнуть можно сказать. Если честно, я рыбалку никогда не любил. Те люди говорят, что ты вот рыбалку, например, снимешь, и у тебя будет много просмотров. Я думаю, что нет. Просмотров будет много из-за того, что ты, если пойдешь порыбачить, не просто порыбачить, а рыбу какую-нибудь поймаешь красивую. Либо просто хотя бы рыбу хоть там какую-нибудь омуль или еще какую-нибудь поймаешь. Просто какую-нибудь, хоть даже мелкую рыбу поймаешь. Тогда да, у тебя будет много просмотров. А то, что я рыбачить пойду и ничего не поймаю. Этого наоборот просмотров еще хуже меньше будет. Так что, друзья, честно скажу, рыбалку я не люблю, рыбалка не для меня. Просто те люди, вот смотрите, вы занимаетесь каким-то делом, вам это нравится, вы в этом пытаетесь разобраться, вы в этом разбираетесь, и у вас это начинает получаться, потому что это вам нравится. А когда ты вот делаешь нехотью, когда тебе вот не нравится этим заниматься, но ты себя заставляешь этим заниматься нехотью, вот, например, тем людям, даже которым учиться неохота, они учатся насильно. И у них учеба, там они на двойке одной учатся, у них учеба не получается. Так же, друзья, и у меня. Вот мне рыбалка не нравится, но я себя заставляю, чтобы хорошее видео снять для своих подписчиков, потому что мне попросили. Но я понял, что лучше я не буду лезть в эту рыбалку. У меня удочка вся позапуталась. Леска вообще вот ужасная, китайская леска. Ее начинаешь распутывать, и она рвется. Так что, друзья, рыбалки не будет.
Может, я кого разочарую, но я лучше буду что-нибудь другое снимать для вас, чем эту рыбалку. Я думаю, можно на чем-нибудь другом видео снять. Я понимаю, рыбачить, если на лодке ехать. И что можно? Там удочку просто закинул, и все, и рыбачишь. А так? Так что рыбалки не будет, друзья. Может быть, будет, если друг поедет. А так я не хочу один рыбачить. Я потому что в этом ничего не понимаю, то у меня тем более удочка плохая. Вот, друзья, я только начал, получается, удочку во весь рост раскручивать, и она уже леска сама запуталась сама по себе. Ее начинаешь распутывать, она просто рвется. Чуть-чуть, даже слегка, не сильно ты начинаешь ее раскручивать, она просто рвется. Так что рыбалка не для меня. Это надо с опытным человеком идти, чтобы все показал, рассказал, как что делать, потом чтобы одному уже идти, что-то получилось, а так не получится.